компания MasterCard открыла доступ к собственному блокчейну для платежных операций между банками и продавцами. Проводиться эти операции будут не в криптовалютах, а в фиатных деньгах. Мы не используем криптовалюту и не создаем собственную цифровую валюту, потому что это чревато проблемами – регуляторными и юридическими. Если вы совершаете платеж, то мы можем перемещать эти средства только с помощью традиционной валюты, отмечает старший вице-президент MasterCard Labs Джастин Пинкхэм. MasterCard разрабатывала собственный блокчейн последние несколько лет, и теперь он стал доступен для клиентов организации в качестве альтернативного метода оплаты товаров и услуг. Однако доступен он ограниченному количеству организаций, только тем, кого пригласили MasterCard.